Сегодня мы говорим о видо-дистанции в боксе. Самый короткий урок, достаточно важный. Мы в следующих уроках рассмотрим видо-дистанции по отдельности. Сейчас скажу основные моменты. Итак, значит, в боксе существует три видо-дистанции. Это дальняя, средняя и ближняя. Дальняя дистанция, когда мы достаем противника с подшагом движения. То есть до ударной части я достаю движение. Дальняя дистанция. Средняя дистанция, когда я достаю противника без движения, просто вытягиваю руку, я уже достаю до тягчики тела, которым можно наносить удар в боксе. По корпусу так далее, средней. Ближней дистанции все, что ближе. Соответственно, когда я нахожусь ближе, здесь я работаю на ближней дистанции. Основной важный момент, который я хотел бы сказать в рамках этого урока, заключается в том, что очень важно переходить из одного вида дистанции в другой. То есть, когда я работаю на дальней дистанции, мне очень важно четко подойти, сблизиться, не просто так, а именно сменить дистанцию по каким-то защитным действиям. То же самое касается ближней дистанции. Если я работаю с противником достаточно близко, я обмениваюсь ударами, просто так выйти на дальнюю дистанцию у меня практически не получится, я попаду под удар. Поэтому здесь очень важно закрыть свой отход каким-то ударом и еще лучше скрутиться с прямой линии отхода. Итак, переходы из дальней дистанции в среднюю и ближнюю. Например, я вытягиваю противника тремя ударами и перехожу к нему по правой прямой. Это раз, два, три, пошел. Касается выхода. Когда мы находимся в дистанции ближнего боя, мне очень важно под своими ударами, закрывая противника, выйти, потому что, уходя назад, я просто попаду под прямой и боковой удар противника, или снизу, без разницы. Поэтому моя задача заключается в том, что я начинаю загружать противника своими ударами и начинаю отсюда выходить, например, под боковой.